самый гениальный ловушки в мире. Итак, приступим к строительству первой ловушки, чтобы защитить деревню от рейда. Да, потому что это я выбрал именно этот сит, чтобы защитить деревню непосредственно от рейда. Мародеры очень тупые, и их тупостью можно их легко обмануть. Например. Мы должны построить шую башню. Но башня будет строиться из определенного блока, из песка душа. Я думаю, вы замечали его необычности. И вот. Мародеры не смогут, если пойдут на них, то они не смогут оббежать. Черт, эту воду нужно закрыть, а то лава тут. Да, вы не ослышались, тут будет лава, потому что лава это, как говорится, очень хороший материал для строения всяких естественно структур. И, короче, непосредственно обделаем тут кружочек. Петята закрывать еще. Так не думаю, что тут все закрывать надо. Ну вот, а теперь можно заливать сюда ведро лавы. Сделать тут ведро лавы. Все, я вам А еще вам я бы недалеко бы объяснил. Сделал бы небольшую пирамиду из железа, чтобы туда поставить непосредственно маяк. Какую-то пирамидку. Пирамидка же не знаю, что, но я знаю, что это мина, на которую маяк там ставишь, что-то там. Маяк цивилизации, вот про такие штуки. Все ютубе, я не знаю, как там мародер называется, как поборники называются. Но вот я все это знаю, но вот про эти всякие маяки, вот, честно, не знаю. Но я не интересуюсь мародерами. Ведь у меня ролики, вы заметили на канале? Ролики у меня про мародеров. Придется расширить территорию и все перестраивать. А вот теперь ставим маяк. И да, он работает, и мы размещаем, в общем-то, тут маячок. Ну, вы забыли. Конечно же, про вот это. Что же мы вот это будем? Мы, наверное, догадались, что мы будем сюда размещать плиты. Кого-то тут заграждать. Но они будут тут заграждать, не просто заграждать, а заграждать защитник. Интересно, как вы поняли, что я взял? Это будет... Сейчас в комментариях. И да, мы начинаем. Это снеговик. Лучшая защита деревни. Это снеговик, конечно же. Его, правда, нужно строить. Он очень легко убивается, конечно, даже так, что... Не советую его ставить, потому что... Он из двух ударов обычной руки убивал. Он... Ну, я бы посоветовал бы
Увеличить на один блок масштабы. Один блок поставить, чтобы снеговик не мог выпрыгнуть. Ведь, понимаете, он будет здесь стоять, как у нас часовой будет всех мародеров перестреливать во время защиты. Черт, я даже не знаю, что тут с ним делать, я даже не знаю. Помер тут. Блин, что тут? О, точно, они же на блок, на вот, допустим, плиты не запрыгивают. Что, мое воскресенье будет запереть его вот так, а то вообще уже с масса шоу выходит. Ты должен тут как часовой стоять, вот так теперь никуда не выпрыгнешь. Попытаешься, никуда не выпрыгнешь. В общем-то, мы сегодня построим, я вам показал в каждом видео, мы будем строить все гениальнее и гениальнее. А я пошел отбивать лед. Посмотрим, как это нам поможет в...